Да, так, кушай, сынок. Мы завтракаем. Проснулись. Вот сейчас вот без 10:10 у нас. Я сейчас поем. М? Я сейчас поем. Да, тебе 6. Было просто 6. Да. Афонечка, у тебя все хорошо? А его вчера был один рождения. Да, тебе понравилось там, да? Только мне мама рано. Ну как рано? Сказали к 6 забирать, я и забрала тебя ровно в 6. Сказали, в 6. Да. Григорий тут дровами занимается у нас. Но сегодня ничего, так потеплее, чем вчера, да? Да. Да, вчера низко? Вчера низко летало. Ну, ясно. Вот, я все сюда съедал. Ну, да. Сколько их там было? Угу. А все остальное тут три. Ну, да, их колоть, да? Да вот это пусть вот так. Чё ты его отрываешь? Давай, я сейчас туда съезжу, куплю изюма. Всё. Хлеб не забуду. Хлеб не забуду. У нас уже 2:15. Я поставила замес теста. Вот он здесь, в хлебопечке с цукатами. Творожный кулич будет. Будем пробовать этот рецепт. Накупила тут всего изюм. Буду ещё печь куличи с изюмом. Апельсины для цедры, лимон. А. Это моя футболка? Да, это Антона. Папа, а спрашиваться? Не забыл спрашиваться? А там мама платит. Это не кофта. Ну, ты ж только положи ему на диван, как правильно одевать, да? Сахарную пудру накупила. Вот такие вот дрожжи для сдобы именно. Софмоментовские. Вот, в общем, пробую здесь, экспериментирую. Афонечка, Афонь, ты почему-то разбаловался, да? А что это у тебя во рту, покажи? Что, лего, что ли, берешь? Афоня, нельзя это брать. Это на мне. Я сам такой в руке. Он может это проглотить, и он не в ту, и он не сможет дышать. Да, это очень опасно, Афонь. Ничего в рот, кроме еды, брать нельзя, понимаешь? Угу. Это ж не еда, или ты будешь теперь лего кушать? Нет. А что ты будешь кушать? Google 5 окуп. Творожок со сметаной? Ага. Хорошо. Я, в общем-то, засыпала сюда. Здесь в хлебопечке есть отдельный контейнер для разных добавок. То есть сюда можно семена, там, не знаю, если в хлеб добавлять там семечки разные, да, то я сюда засыпала цукаты, также изюм, если засыпать. И там внизу такая дверца, которая потом сама в нужный момент откроется, и добавятся цукаты. А пока тут все мешается. Посмотрите, какое гладкое творожное тесто. Я тут сейчас прозвучал звуковой сигнал от нашей хлебопечки, и цукаты добавились сюда. Теперь они тут работают. В общем, будет творожная пасха с цукатами. Афонь, ты куда? Потому что я учусь хорошо. Ну, одна четверочка есть по английскому. Целых одна. Следующие четверки. Все пятерки пошли. Вообще пятерки. Да вообще пятерки. Все, до свидания всем. Мы в школу. Уже пора сейчас Валентина Ивановна расстроиться. И мне крышка. Вот, всех детей выпроводила с кухни, закрыла дверь, чтобы тут не шумели, потому что уже достала тесто из хлебопечки. И сейчас оно вот здесь, вот такое вот красивое, будет опять подходить. То есть я его обмяла, чтобы весь углекислый газ вышел. И углекислый, ну, в общем, какой там образуется тут газ у дрожжей. И сейчас вот на расстойку опять. И духовка уже греется, то есть примерно еще минут 40 они здесь постоят, и будут духовочки тоже расти и печься.
Так, еще один пробный замес теста, но уже с изюмом, который был замочен в апельсиновом соке. В общем, будем пробовать. Все, творожные куличики готовы. Теперь ждем, пока остынут. Дети тут уже вокруг кружат. Будем сами пробовать вот эти вот куличики, оставлю для украшения. А вот эти вот будем сами пробовать так, без украшения. Дети, потому что уже просят, уже кричат, когда мы будем есть наши пасочки. Будем сейчас разламывать, пробовать наш кулич. Мышка побежала. Зай, ну вот... Для... А? Мои дегустаторы уже пробуют. Ну как тебе, Григорь? А тебе? Понятно. Творожная очень вкусная. Все можно кушать? Он в фоне спрашивает про цукаты. Их можно кушать? Можно, да. А цукаты, они как конфеты. Они лимон, киви и... Да он тоже сам придумает. И клубника. Ну все. Вкусно? Клубника я покупаю. Мы смотрим синюю птицу. Афин, ты что, спать, что ли, собрался? Да. Да. Ложись хорошо, сынок. Ну что ты, мой хороший? Это Богдан. Кто? А, мальчика Богдан зовут, да? Да. Он на тросе делает такие интересные вещи. Все, куличики украшены. А теперь будет застывать. Мне очень нравится. Все прям весна, все по-весеннему. Ура! У меня тут холостяк. Совсем забыла, но Григорий напомнил, что сегодня воскресенье и холостяк. В общем, я счастлива.